значительно нарастить сотрудничество по всем направлениям. В ближайшие годы намерены Минск и Каракас. В ноябре в Беларуси пройдет заседание совместной комиссии, чтобы разработать дорожную карту. Об этом договорились президенты во время официального визита Николаса Мадуро в Минск. После торжественной церемонии встречи во Дворце независимости состоялись переговоры двух лидеров в формате один на один и в расширенном формате с участием членов делегации. Особое внимание президент Беларуси обратил на необходимость развивать взаимодействие в образовательной и научно-технической сфере. День архивиста отмечается в Беларуси. Фонды самого крупного хранилища документов по истории страны, Национального архива, пополняются ежегодно. Накануне профессионального праздника презентовали сборник из 150 редчайших документов первого послевоенного десятилетия о том, как возрождали Минск. Все постановления Центрального комитета Коммунистической партии правительства до недавнего времени были засекречены. Такой полной документальной базы ранее не публиковали. Новый храм Николая Чудотворца в поселке Заходы Шкловского района – образец деревянного зодчества и один из самых высоких в области. Его строительство в течение 3 лет вели всем миром – на средства прихожан и меценатов, белорусов, украинцев, россиян и жителей Молдовы. Украшением стали 8 колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина и новые иконы, написанные в Греции на Святой горе Афон и в монастырях преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Первую службу в храме провел архиепископ Могилевский Мстиславский Сафроний.